музее архитектуры и градостроительства Симбирска-Ульяновска есть уникальный экспонат – парапет дома Симбирска середины 19 века. Никто и не помнит, как появилась эта чугунная ажурная решетка в фондах музея-заповедника «Родина Ленина». Она долго лежала на складе, ее не могли атрибутировать, но потом все же привлекла внимание музейных сотрудников своей архитектурной красотой. Реставратор провела определенную работу, и она заняла достойное место в экспозиции музея. На ней изображены два крылатых существа. По версии сотрудников музея, это птицы Феникс. Их появление на решетке связывают с пожаром 1864 года, когда Симбирск, как птица Феникс, возрождается из пепелища. Что означают в вензеле две буквы «Д» и «А» и герб, пока никто сказать не может. Но зато сегодня точно известно, что это парапет, то есть элемент плоской кровли, и он стоял на крыше фасада деревянного дома, расположенного на улице Карла Либкнехта. Фотография дома, на котором красовался этот парапет, найдена в альбоме, созданном в советское время. К сожалению, это здание не сохранилось. Следующий этап исследований – определить площадь домовладения и кто был его владельцем.